Всем привет, друзья! И сегодня у нас битва против 10 ботов. У меня давно не было на канале этого режима, и мы решили продолжить. Привет, ребята! И понервничать. Да-да-да. Привет! Привет! Да, привет! О, что-то я уже забыла, как это делается. Да, давно мы не страдали. Давайте продолжим. Так, опять по одной карте выбираем. Давайте из первого. Так, интересно, что выберется. Галерею, конечно же, что же еще? Мне прям очень хочется галерею. Да нет же! Да в смысле? Ёша, ну страдать так страдать. Да уж, ты права. Так, начинать на этой карте — это критическая ошибка. Я вообще не помню, куда идти, что брать и вообще. Ёша, все легко, что видишь, что берешь. Я тоже, кстати, не очень хорошо помню эту карту и опять себя пристукнула дверью. Так, фиолетовый ключ для чего у нас здесь? Сверху на третьем этаже для морковки. Я, кстати, каждый раз, когда мы играем в Пиги, но не в Предателя, постоянно пытаюсь первым найти пистолет почему-то. Фиолетовый ключ. Что-то вроде этого. Так, свинина появилась, она на втором этаже. Да, я попробую поводить немножечко ее. А, стоп, там же не одна свинина, там же их 10! Ну, пока выглядит как одна. Точно. Так, я боюсь идти на второй этаж. Да, я тоже. Ну, не идите, я тут сама покажу. Я слышу этот стук. А на первом этаже ничего нет. Ребят, ну я вроде пока хорошо справляюсь одна. Ну, может, а ты что-то уже открыла? Достаточно... Да, я открыла красную дверь, потом голубую, потом положил дощечку. Сейчас иду за зеленым ключом. А вот и не идешь, вот и не идешь. Я уже забрал. А, Ёшу утащил. Да. Ну хорошо, так, тогда возьму я молоток. Пока вообще ничего не могу найти. О, а вот смотри, Ульян. Гаечный Да-да-да. Ключ тут лежит, где зеленая дверь у самого начала. Я вот попрыгаю, ой, вот, вот сюда. Ребята, а где боты? А у меня. А, понятно. А у кого-нибудь есть молоток? Ого. О, нет. Да, я уже иду открывать. Отлично. Ой, так, а гаечный ключ? Еще здесь, да, здесь, стой. Я в центре. А, здесь, на первом этаже. Вот, да, пойдем. Так, аккуратно, Ева, а то отвяжешь ботов от меня. Аккуратно, я аккуратно. Вот, смотри. Так, готово. Отлично. Слушайте, я просто обожаю этот огромный стол. А, стоп. А, ой, нет, все а правильно. Что там? Все правильно, нормально. А, хорошо. Так, а еще выход не отколотили. Иду, я вот только спустилась. Да, это не срочно, потому что мы еще не нашли яйца. Да, я где-то видел зеленый. А, на самом-самом Ого, верху. Ого, там свинин. И вот... Да, еще нужно открыть оранжевую дверь. Оранжевый ключ где-то лежит. Так, а кость, это просто этому парню, что не ли? Не надо, а то отвяжется одна свинья. Ой, извини, поздно. Ну вот, она вполне может меня убить теперь. Он вроде как застрял. Нет! Так, я нашла, мне кажется, я нашла яйцо зеленое. Хорошо. А, на третьем этаже, да? А куда его применять? А вот, смотри. Внизу, где была зеленая дверь. Вот тут. А, все понятно. Еще одно яйцо, и все. Так, ну ребят, все здорово тогда. Ты, вы прям молодцы. Так, а нужен фиолетовый ключ. А, нет, фиолетовый не нужен. Фиолетовый нужен оранжевый, значит. А зачем фиолетовый? Оранжевый. Там просто пистолет или что-то такое. Он просто у меня, если я уйду, то вам конец, ребята. Подожди, а оранжевый это где открывает? В самом низу. Подожди, и он у тебя? Внизу. Нет, у меня фиолетовый, ребят. Подожди, а у кого? У кого оранжевый? Ни у кого. У меня молоток. А вот оранжевая дверь. А ключа нет. Да. А там еще вроде был сейф золотой, или мне казалось. Там была косточка. Ага. Так, подождите, неужели фиолетовый ключ достает оранжевый? Это очень вряд ли. Мы хотим это проверить. Ну, вообще да. А тогда, Ева, давай или кто-нибудь заберите у меня свинин, пожалуйста. Сейчас. Давай. Так. Все, желающих много очень. Ага, забрал. Что? Ой, там что-то упало. Это моя голова упала, Лен. Как это ты так забрал? И моя. Что? Или? Подождите, мы что, все умерли? Подождите, а сейф не открывается? Надо присесть. Нет, там кость. Да, мы умерли просто так, получается. О, нет. А что делать теперь? Ну, за косточку. А ничего, вот. И не надо больше на этой галерее играть, значит. А я уже думала, что мы ее готовы пройти. Да, галерея, конечно, сложная. Нет, галерею мы не готовы никогда, мне кажется. Но было круто, мы почти прошли. Да, было близко. Да. Не надо было вестись на ваши фиолетовые вот эти вот замки. Так, ну что, выбираем второй ряд? Да, выбираем. К
Кто-то очень хотел выбрать метро. Аж двое проголосовало. Мне кажется, сейчас будет школа или карнавал. Госпиталь. Я угадал, я угадал. Это что за адские карты какие-то? Мы сегодня ходим по самым сложным картам, кажется. Серьезно, я вообще не представляю, ребят, как здесь от 10 ботов. Я от одного бота-то не знаю, как здесь убежать. Так, ну что, поехали. Поехали, красная ключ-карта. Она где-то справа. А вот красная дверь, да, вот тут. А, так, а где у нас будет появляться? Вот здесь где-то, да? Ой, я не пролезаю в этот, в маленькую дверь. Как это называется? Люк. Нет, не люк. Мы поняли. Ну да. Кто-нибудь видел золотой сейф? Или тут не сейф? Пока нет. Вроде сейф был. Ну, ребят, я как всегда, мы тут кружимся. Ой, досочка. Ой, подожди, досочка где-то здесь нужна. Что? Ребят, они какие-то безумные, они прикончили меня. Ладно, тебя убили? Да, я водила их по кругу, но... Вот, ребят, сюда. Вы где? Я иду. Вот тут, сюда. Пошли, вот сюда. Ага, это для выхода. Ой, она не ставится. Почему она не ставится? А, похоже, мы сейчас умрем. Нет. Я не успела. Нет! Так, Ева осталась. Так, мне кажется, эту карту мы не пройдем. О, боже. Меня поймали прямо у спуска. Что-то это было как-то быстро. Ну, это ужасная карта, ребят. Даже галерея, мне кажется, лучше. Карта, конечно, не очень подходящая. Да, в галерее хотя бы как-то можно водить. Да, достаточно сложная. Да. Ну, мы не успели даже подумать об этом. Так, мне почему-то хочется, чтобы был мол. А я не хочу воспоминания. Потому что мы их хуже всего знаем, да. Ой, я согласна. Не воспоминания? Ура, город. Не ура, там бабуля. Хорошо. Да бабуля, ладно, бабуля, это не проблема, я договорюсь с ней. Ну ладно, посмотрим. Но 10 слонов это опасно. Ну что, все готовы морально к 10 слонам и бабуле? Нет, никто не готов. Особенно к слонинам. О нет, они, кстати, безумные достаточно. Так, рассредоточились. Идем. Так, Ева, первый этаж, Ульяна, второй этаж, я, третий этаж, побежали. А, третьего нет, все, я спускаюсь. Так, я нашла траву, но она... Ой, прости. Почему меня опять прихлопнули? Но трава, она, наверное, не понадобится. Да, она только помешает здесь. Так, у меня желтый ключ, он, кажется, во втором здании. Да. Я тут бегаю. Осторожно. Так, я нашла бабулю. А вот и идут слоны. Там зеленая ключ-карта еще в том здании. А во втором? Маленьком? Да. Ага, а кто водит слонов? Пока непонятно. За мной слоны. Вот, вводи их. О, так, вижу. Я нашла морковку. Ой, бабуля. Так, пойдем наверх. Так, я возьму зеленую ключ-карту, если никто не возражает, я ее уже взяла. А морковку? Я ее оставила и взяла зеленый ключ. Ага, ну морковка тоже нужна. Я возьму. А на том месте, где лежал зеленый ключ, там на скамейке. Все взяла, есть. Стоп. Ребята, где бабуля? А оранжевую ключ-карту кто-то видел? Пока нет. Нет, возможно, она в зеленой двери. Сейчас посмотрим. Наверняка. Да. Точно. Я ее взяла. Давай. Отлично. Так, а у вас там как дела? Как там слонины поживают? Все у меня. Ого, мы идем к вам на встречу. Бабуля! Бабуля! Она не в ту сторону! Я, пожалуй, обойду кружочек. Да. Это отличная идея. Так, я нашла сразу и доску, и динамит. Кто возьмет доску? Я ой, здесь. Ладно, как раз. Ага. Ну, я слышу подозрительный топот. Да, я что-то ничего не слышу. Так, ну пойдем. Ой, слышу, даже вижу, осторожно. Уходим. Да, аккуратнее. Так, предупреждайте, кто видел бабулю. У меня с ней дуэль. Давай, бабуля, давай. Получи! Ого! Ничего себе! Здорово, что здесь прям пишут, что бабуля отключается. У нее прям особая роль. Ну что, ребят, как у вас успехи? Я уже кладу доску. Я вот взяла огнетушитель, сейчас пойду наверх, на третий этаж. А сначала потуши. Отлично. Ворота лучше. А, точно, да, ворота. Да, я как раз сначала от ворота. Них увела всех. Ой, очень хорошо. Да, мы пошли на еще один круг. Отлично, кружи их, Ева, кружи. Да. Смотрите, мы скоро вернемся обратно уже. Давайте быстрее. Бабуля вот за нами, мы с Ульяной на улице. А, хорошо. Да, но мы идем уже в первое здание. Давайте, я вас наверху тогда подожду. Давайте сюда. Чуть не упал, привет. Привет, главное не падайте. Привет. Отлично, так, ну Ульян, бери, и мы уйдем. О, там слонины, осторожно. Так, ушли? Да, ушли. Отлично.
Правда, оборачиваются, смотрят на меня так, типа, эй, ты, парень, там, ты чего? Мы опасные слонины, мы тебя можем найти. Так, ну что, мы открыли, Ева, возвращайся. Ура! Все, серьезно? Да. Ой, давайте кружиться. Ну тогда я иду и веду за собой слонов. Мы уйдем, давай. Ой, мы прям как пчелки. Они тоже танцуют. Точно. Только непонятно, что мы хотим этим сказать. Что мы нашли выход, конечно же. Точно. Так, где там Ева? А, я бегу, вот она я. Давай. Пойдем. Уходим. Ну что, ребят, по-моему, это первый раз, когда с 10 ботами убежали все. Ой, кстати, да. А мне кажется, мы уже все сбегали. Я не помню, ребят. И вроде бы даже на этой карте. Не, на этой карте я, по-моему, первый раз с 10 ботами сбегала, хотя не уверена. Ребят, напишите в комментариях, если вы помните, где мы сбежали, будет очень здорово. Так, ну а мы решили закрепить успех и пройти мол. Ой, не знаю, как у нас это получится. Ну или хотя бы постараться. Это да. Да, это точно надо. Мол же, кстати, это следующая карта по сюжету, мы именно сюда из города и попадаем. У нас прям хронология получилась. Все, смотрю, побежали за пистолетом. Нет, оранжевый ключ. Так, у меня бирюзовый, но я поняла, что для него нужна доска. У меня доска. О, отлично, идите. Ой, очень хорошо. Так, доску положила. Отлично, открывай. Мне как раз надо... Ой, тем временем свиньи-то проснулись. Осторожнее. Ну, естественно, проснулись. Так, они где-то рядом, они шагают рядом. Прям совсем рядом. Да, нет. Шагают, они что, рассредоточились? Да. Нас так, одновременно убили. Все, по-моему. Йоши. А. Мы вместе с Йоши умерли. Так, ну Ева, вводи, Ульяна, открывай тогда. А что у тебя в руках, Ульян? У меня, ой, я даже не знаю. У меня голубой ключ. Ой, он уже не нужен. Так, там ну внизу... Ну да, я просто ничего не нашла больше. А, смотри, иди в красную дверь. Вот сюда, да. И вот тут вот, смотри, и зеленый ключ, и... Гаечный! Все в порядке, я живу. Зачем стрелять-то? Это ж только хуже здесь делает, Ева! О боже. О, нет, господи! Меня попали. Ева, зачем ты мне стреляла, лучше водить? О боже. Да я между твоей спиной не успела. Похоже, закрепить успех не получилось. Да. Ну ничего, я все равно думаю, что мы большие молодцы. Мы прошли город, там же была свинобабуля и слоны. Много слонов. Да. То есть даже челлендж 11 ботов выполнен. Ну а на этом все. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока. 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 Пока.